В Москве открылась православная выставка-ярмарка «С любовью из Беларуси». Все представленные товары привезены из Минского Свято-Елизаветинского монастыря. Помимо этого, у обители заготовлен целый ряд культурных и просветительских проектов для московской публики. Церемония торжественного открытия выставки состоялась на территории храма Всех Святых в Красном Селе. Началась она с молебна перед иконой преподобной Ефросии Неполоцкой, привезенной сестрами обители. Возглавил краткое богослужение протоиерей Артемий Владимиров. А после отец-настоятель обратился к собравшимся с праздничным словом. Мы с вами имеем редкую возможность поучаствовать в интересных мероприятиях, которые предназначены и для взрослых, и для детей, и для бабушек, и внуков, и для всех, кому интересно дело единства православного народа России, Беларуси. Монахиня Надежда, сопровождающая выставку, также поприветствовала отца Артемия. Я не могу сказать слово благодарности за тепло и любовь, которую мы почувствовали с первых дней, когда сюда приехали. И, честно говоря, я почувствовала, что здесь, в случае нашего монастыря, как дома, и стоило здесь, на молебне, когда мы вместе с нашими молебнами, на выставке-ярмарке представлены изделия монастырских мастерских, такие как иконы, керамика, церковная утварь, видеопродукция, лечебные травы, бальзамы, мед. С одним из пасечников мы побеседовали о том, как правильно нужно подходить к выбору меда. Есть такой вот момент, что один человек стоит, ему что-то понравилось по вкусу, он берет этот мед, там пару килограмм, и тут все начинают это только мед брать. На самом деле организмы у людей разные, поэтому вот у нас и пробнички стоят. То есть у кого высокое давление, у кого низкое, меда все можно, ну, даже лучше лекарства подбирать для организма, чтобы он как-то вот воздействовал именно по содержанию микроэлементов, витаминов на организм, который вот у человека, именно конкретному человеку нужен, ну, какой-то конкретный мед. Продают мед очень хороший, очень целебный. Вот я сам себе взял тоже две баночки. В рамках выставки-ярмарки предусмотрено множество праздничных мероприятий, концерты, встречи, беседы, кинопоказы. Каждый день для маленьких посетителей будут организованы детские спектакли. Также монахиня Надежда призывает всех посетителей ярмарки зайти в храм и помолиться у иконы преподобной Ефросии Неполоцкой, небесной покровительницы Беларуси. Мы ей молимся, конечно, в первую очередь о нашем наставлении, о наставлении наших стопов, чтобы стопы наши направили по заповедям Господним, по заповедям Божьим. Молим, чтобы она направила наш жизненный путь. Ну и, конечно же, к ней, как к любым святым, да, мы обращаемся с разными нашими просьбами, с разными нуждами. И святые, конечно же, они слышат и помогают. Вход на все мероприятия свободный. Ежедневно для гостей выставки будут организованы кукольные представления, познавательные фотоэкскурсии, мастер-классы по изготовлению национальных белорусских инструментов. Завершится ярмарка 27 сентября благодарственным молебном у иконы преподобной Ефросинии Полоцкой.